Итак, собственно, всем привет, добро пожаловать. Мы начинаем и продолжаем проходить Demon Gaze и смотреть, что тут происходит дальше. Как со звуком, все ли нормально видно, слышно. И если все норм, погнали. Привет, привет еще раз. Чуть тише игру. Сейчас секунду проверю кое-что, возможно. Нет, тут нормально, странно. Так, ну, надеюсь, теперь нормально. Надеюсь, теперь все нормально. Привет, привет еще раз всем. Так, ладно. Чем мы займемся сегодня? Я, короче, не стрима нафармил достаточное количество денег. Знаете, для чего? Для того, чтобы сегодня наконец-то пятого персонажа завести и все. И потом его прокачать. Но это уже потом. Так что, ребят, погнали. Начинаем с создания нового, последнего пятого персонажа. Все в пати. Так. Хотите занять комнату за 10 тысяч золотых? Да. Спасибо тебе. Она полностью твоя. Так. Не-не. Я сам сделаю. Нам стрелок нужен. Ну, я Этну хочу сделать. Ну, собственно, с ней разберемся. Так, ну, собственно, человек. Эльф. Дворф. Окей. Так. Блин, я так давно не играл, что уже. Так, ну, раса у нас, ну, блин, как бы она вообще-то раса, у нее демон. Поэтому я даже не знаю, что взять. Я более подходящий. Ну ладно, давайте посмотрим по статам. Так, ну, человек это стандартно. Хорошо сбалансированное. Все одинаково. Что-то посередине. Ну, эльф это больше уклон в магию. Так что плюс к агилити. Ну, плюс к агилити Эйней. Это раса кошачьих. Кошка. О, блин. Это у нас будет кошка девочкой. Это замечательно. Так, окей. О, а теперь нам нужно класс выбрать. Так, борец, паладин, самурай, рейнджер, ассасин, уизард, хиллер. Ну, у нас как раз будет стрелок. Использует этот лук. Дамаг нижний, низкий, однако точность очень высока. Так. Этна. Ну, имя менять нам не надо. Так. Окей. Нет, она тяну нас как бы. Блин. Ну, ее голос я вряд ли найду. Вроде бы первый похож. Там твою же. Сейчас поищем еще. Десятый.
если с конца? Я! Туря! Ту! Соко! Эй! Соко! Короче, пусть будет первый. Так, имя. Ну, имя Этна. Привет, Соко. Ну и, собственно, все. Пятый персонаж готов. Наконец-то у нас фулл пати, ребят. Она у нас все-таки из лука можно поставить на четвертой позиции. По-моему, это далековато будет. Так, у нас самурай и ГГ. Все остальные на заднем. Все нормально. Просто уже немного забыл, как это раздел работает. Ну, как бы я выбрал, блин. Забыл как подтвердить. Что? А, понятно. Нужно тупо. Все. Все нормально. Ай, ты долго... Что за бред ты несешь? Полазил он, да. Если бы это было так легко. Итак. Нижнее белье Лорен мы подобрали. Ну ладно, и так сойдет. Так, ладно, Этна готова. Так, теперь ей надо экипировки дать. У нее есть обычный лук. Ну, Тедолэб, ну, как где пруф какие-нибудь, я не знаю, доказательства, не знаю, там вроде бы все включено. Что там еще не включено? Блин. А там трусы Лорена одни. Так, ну, больше у меня ничего нету, видно, надо бы пофармить, повыбивать хороший эквипмент. Может, пойти попробовать купить, но у меня 3 косаря. Как вы знаете. Кое-кто потом бабло будет хотеть от нас. Ладно, посмотрим по-любому. Оружие. Кстати, вот это хорош. 60 аж. Да ладно, пофиг, беру. И продам не нужно. Блин, 90 золотых, да вы издеваетесь, что ли? Офигеть. Это вообще не серьезно. Так, подвал. Thank you.
сейчас так хорошо прокачаем его. Ну, точнее, до максимума. Нормально. О, труселя тоже можно прокачать. Нет. А, нет. У меня 0 стоит. Мне нужно 54. Плюсы 80-го левела. Ну, 80-го, к сожалению, тут, по-моему, нельзя сделать, но 10-го можно. Так, ну все, погнали на поиски приключений. Погнали. Ну что ж, мы остановились на том, что попали наконец-то в этот замок. И впереди нас ждет следующее. Ну, следующий демон, который мы должны собрать. Взять к себе. Привет, Фену. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребят, вы видите, что сзади? Ну, знаете, у нас есть одна маленькая проблема. Из-за того, что это на первого уровня, она сдохнет час одного удара. Просто замечательно. Не, ребят, нам нужно пойти прокачать Этну немного. На этой локации нет, мы не сможем, потому что нам жопа. Надо на какой-нибудь локации, где мы сможем врагов с одного-двух ударов снести. Чтобы Этну прокачать. Ну да, Феном, что тут такого? Знаешь, сколько их? Вагон. И они все интересны. Еще 30 минут фарма. Ну, 30 минут не знаю, но... Какое-то время. Так, куда ж пойти? Ну, Феном, ну а ты чё думал? Этот жанр обосновался тут. Потому что. Самое удобное место, типа. Так, ну ладно. Ищем врагов. А, вон. Качаем эту. Итак. Так, тут святой щит, на всякий случай. Окей. Так, ну у Этны пока что никаких скиллов. Только... луком пострелять. Вы серьезно?
Вы серьезно? Даже тут ее просто уничтожает. Феном, а разве по-другому бывает? Ну, как бы есть там странные эксперименты, но их мало. Там я видел пару. Забавно. Чтобы качнуть первый уровень, нужно идти на... Нет, не нужно идти на первый. Это слишком. Пойду сюда. Блин, зачем я выключил записки, как в Dark Souls? О, да. Броньку ей дай. Да нет у меня и броньки. Нету у меня ничего. Я все продал, чтобы денег у меня было для того, чтобы сделать персонажа. Ну, Феном, ну вообще-то ты не совсем прав. Как минимум по отношению к японским. Знаешь, что я сделал? Магическую стену. И трусы продал. А трусов вообще у меня не было практически. Так что там продавать особо-то нечего. Ну... Лименеги с Феном. Ну, как минимум в японских я только так более-менее видел. А насчет западных даже троллеров я не особо хорошо знаком с ними, чтобы что-то утверждать. Окей. Так, поставить камни. Ну, давайте призовем кого-нибудь. Так, нечто редкое. Тут катану можно. О! А тут можно будет лук. О, и броньку давайте. Посмотрим. Сейчас, секунду. Так. О, и опять эти кролики со своими... ногами. Блин, забавная, не все-таки. Низкая стена. И Этна получает второй уровень. Или сколько там? Да. Блин, ее до 19 уровня это надолго. Ну, ладно, мы сейчас ее немного тут прокачаем, потом пойдем уже в серьезные локации. А не в этом детском саду. Так. Чему я дам? Так, мне дали плюс 2 к силе, плюс 1 к удаче. Ну, тогда плюс 1 к агилити, наверное. Agility. Нет, Феном, не допрошли сегодня, а допройдем вечером. После Demon Gaze. Там осталось последние 3 или 4 главы. Итак...
Нет, стоять. Тут есть враг. Мимо не проходим. Ну, блин, я бы лучше в замке пофармил. Ну, ладно, будем качать. Так, концентрация. Хотя нет, на этих не особо нужно. Готово. Готово. И это нам получает третий уровень. Так, еще одно очко. Ну, знаете, я Виталити немного прокачаю хотя бы на одно очко. Пока что. Ну, добавляются. По идее, да. Наверное. Ну вот, собственно, тут звуки. Только я не замечаю разницу. Не знаю, вроде бы нормально. Мне и так было. Итак, пойдем сюда. Стальники какие-то. И погнали. Не, хорошо, что мы сделали персонажа вот сейчас. Хотя, если мы сделали раньше, было бы еще лучше, но все равно. Потому что представьте, что будет и было бы, если бы мы были там 30-го. 35 уровня, нам пришлось бы сейчас качать еще одного персонажа с первого уровня. Это жопень полная. Ну, как бы, да, мы, возможно, более сильных врагов бы смогли снести. И там до 15 левела, там 20 ее прокачать достаточно быстро. А вот дальше. Дальше не было бы все так легко. Ну, я знаю, что они заставляют возвращаться, поэтому если можно это как-то все обойти, то почему бы и нет. Быстрее все сделать, лучше будет. Черные кролики. Серьезно, это враги, блин. Так, ставить камни. Ну, так, на броньку. Аксессуары. Ну это не серьезно, блин. О, это еще один уровень. Хорошо. Уже четвертый уровень. Мы идем к успеху потихоньку.
Леминаги, а на чем он? Знаешь, что последние части на DS выходят, 3DS. А первая часть на чем она там? Так, первая третья на обычной DS-е. Понятно, спасибо. Надо бы ознакомиться как-нибудь. Ради интереса. Кстати, это очень странно. Как ты смог покопаться в ней, если еще тулса, да и вообще возможности как-то разархивировать PKG-файлы от PS4 нету? На Vita с трудом наконец-то нашли способ и сделали это недавно, там, полгода назад или год. А на PS4 еще не могут. Я просто тоже немного интересуюсь этой темой, и я что-то ничего не видел. Может, я что-то пропустил за пару дней? В системе. Ну и как ты это сделал? Мне просто интересно. Я бы тоже покопался. Ого, нифига себе. А, стоп, это не та. Это же у нас шастала. Маг. Ну, на тебя. Плюс одна карта. А, фу, вне. Я прочел «вы». Ну, все равно, и как? Вот именно, как? Это противозаконно. Чё-то... Это нифига не противозаконно. Нормально все. Окей. Да. Мы сейчас все пойдем и сдадим тебя, да. Тебя повяжут сейчас, через полчаса. Какой через пол? Через 5 минут к тебе придут сразу. Хотя, наверное, уже выехали. Так. Ладно, потусили немного по локации. Давай теперь тут. Привет, Кира. Так, засейвлюсь и вызовем демонов. Итак. Thank you.
А, блин, забыл, тут магия не работает. Под водой она не работает. Это, кстати, та еще заноза в заднице. Хотя это нормально. Надеюсь, нам опыта дадут много. Окей. Три косаря с половиной почти. Это серьезно? Можно еще демонов тут использовать вообще-то. Что-то их вообще не открывал. Да они только на боссов больше. На обычных, то есть. О, стратеги, здорово. Присоединяйся к нашему... к нашей прокачке Этна. О, нет. Так. Нептуния, выходи, будешь хилить. Хотя ее еще траванули. Мне нужно кое-кого захилить. Ой, блин. Да, вот эти враги, да, серьезные. Давайте сделаем иллюзию. Как же тяжело без магии, блин. Андрей, не знаю, откуда я знаю. Это вообще спойлер. Хотя его никто не поймет, кроме меня. Так что, ладно. Я сам только что наспойлерил то, что это спойлер. Да, короче.
Меня надо предупреждение или забанить. Тоже хилить нас. Давай ты, Лоло, удачи тебе с работой. И, кстати, я видел оценки Нептуни на Западе, конечно, это просто ужас. Потихоньку. Пойдем сюда. Стоять, стоять. Почему? Да я не знаю. Ну там как обычно. Какие-то раки обзоры писали. Надо самому посмотреть, чтобы убедиться, насколько это хорошо или плохо. Ну, именно чтобы выходили что-то новое, это было бы нет. Только локализации и порты в этом году пока что выходили. Что-то нормальное, возможно, в конце года выйдет. Пока что у нас как минимум еще одна локализация ждет. Нептуня против Сега. Ой, да этих Нептуни столько наплодили, что... Что мне кажется, скоро они надоест. Хотя. А, да нет ли? Цензур там нет никакой. В этом и прикол. Ну, знаешь, это как дать, не знаю, чуваку, который играет в Дотан или в Колду, поиграть в Нептунию. Что он скажет? Ну, как бы очевидно, что он скажет. То же самое, что... Да, поэтому... Там есть пару хороших, нормальных обзоров, адекватных, но их очень мало. Обычно там какие-то просто школьники тупо что-то написали, потому что нужно по работе все. Но парочку можно найти хорошую. Где там и оценка нормальная там. И все расписано как надо. Все плюсы, все минусы. Так. Сколько лута. Кстати, раз мы уже
полутали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ух ты ж. Ух ты ж, нифига себе. Да нет, Лид, просто знаешь. Блин, если вы серьезные, там, ну, журнал, сайт и так далее, то дайте людям, которые разбираются в этом и понимают, что это такое, делать обзоры. А не давайте любителям колды делать обзоры на Нептуне. Это не совсем правильно. Селями как-то так себе. Да уж, Лид. Почему? Пусть работает. Кстати, там еще я видел оценки Дисгая от того же, скажем так, сайта. И у меня в голове просто не укладывается, как могли пятый Дисгай такое поставить. Да и вообще, немного почитав, там такое написано, что видно, что человек вообще не знаком, не знает, что это такое, не знает, как в это играть. Что у вас там в чате? Окей. И это нам получает еще один уровень. Слушай, Фума, а что насчет вот прокачки у Этны, насчет мисс? Хотя она не нужна вообще. Не, ладно, забей. Так. Я к шевучести добавлю еще одну очку. Раз нам дают. Одну дополнительную уже на гильюте. Итак. Ну чё, погнали в замок. Ух, сколько тут всяких. Проме, грудь маленькая. Окей. А, не, Фума, я не про именно Metacritic. Я про отдельный сайт. Там мне просто один знакомый скинул обзор как раз на этой Нептуне, на один сайт. И там... Смотрел и другие. Первый ходит.
читать. Ну, я их не читаю, я посмотрел оценку. И это, конечно, да. Глаз так бросил, раз меня кинул. Я уже говорил много раз, что мне срать. Я хочу сам попробовать. Если мне что-то приглядывается, то я попробую, посмотрю. Если мне нравится, то буду играть и сделаем выводы в конце. А если не нравится, то не нравится, точно. Мне не нужно... Подождите, пожалуйста. Это чё? Ну чё? Так, ну, что типа, зомби находятся, мертвяки находятся в этой зоне, так что в ней нельзя входить. Это для того, чтобы защитить господина Шарка. Я не могу открыть эти врата. Если у тебя какие-то проблемы, то, пожалуйста, иди в комнату карты. Ты можешь найти комнату карты в военной комнате. Ну, окей. Привет, Влад. Пойдем найдем эту комнату. Ну, тут заплыл. Тут у нас круг. Поставлю обычные камни. Блин, что это за говно? Там голова единорога, голова козы. О, господи. Какой-то винегрет. Блин, у него маны нет. Я даже не заметил. Босса. Довольно изи. Так. Вы теперь взяли под контроль круг Юпитера. Значит, у нас Юпитер будет демон. Остались еще 14? Сколько? Ребят, мне кажется, или это многовато будет? 14? Окей. 14, так 14. А в конце что у нас будет там? Захвати 100 кругов? О, господи. Ну ладно. Выбора-то у меня нету по-любому. Хочу я этого, не хочу, по-любому придется. Ты твою же, блин, шаг не успел сделать. Такие живучие. Готово.
Влад. Ну, ты посмотри на игры и подумай, что тебе больше из этого нравится. Какие игры? Я бы, наверное, все это сказал, бери лучше Виту. На Wii U там все печально. Там 5 игр и все. Здесь римско-греческий пантеон туда загнали. Ну, наверное, скорее всего. Ух ты ж. Судя по тому, что мы сейчас видим, ну, пока что да. Качается. Так, тренировочная зона. О, нет. Тут нужно. Да валите, мы с ними не справимся. Как же я ненавижу такие моменты. Ну почему? Я не могу убежать. Бежал, все нормально. Ой, блин. Такого демона мы еще не встречали. Так, мы откроем все. Сначала вот это. Сначала откроем все. Знаете, он страшнее выглядел, чем побеждался. Так, Night Cape плюс 11. О, ничего себе. Так. Еще 14 кругов осталось. Ну, круто. Тьфу, 14. 13. 14 мы взяли. Ничего нового не выбили. Тут мы тоже. Значит, что в этой игре тяжело найти? Нижнее белье. Труселя.
Их реально очень мало на квадратный метр. Зачем они нужны? Они добавляют плюс там к статам, к защите там, к вайте особой там плюс кинты один может дать и так далее. Трусы это очень важно, они защищают. Или делают тебя сильнее и так далее. Блин, чё так мало XP мне дают? Я в самый сейчас, ну, типа, последний открывшийся локации. Вот тут опыта дают, блин, как... в детском саду. Давайте попробуем этим, посмотрим, что они себе представляют. Бежал, парень. Ты куда пошел? Виктор, чё? О, 10-й ранг. Demon's Killer, Sea Defense, номер 2. А, вот, понятно. Ну как вот, да, Фумо правча. Нет, это не то, что нам нужно. Итак, приехали. Следующий круг. Так, опять двуголовая. И 12 кругов. Хорошо. Казарма.
Так, что у нас дальше? Так, я вижу, могу пойти сюда. Погнали, посмотрим, что. Нам там же нужно найти особый приват. Окей. Сразу бой. Так. Внезапно. Так, Кронус у нас 13-го. Окей. Да вы издеваетесь? нет, стоят. Так, куда? Нельзя больше нести ничего. Окей. О, господи, сколько этих. Хотя это хорошо. Пусть будут. Чем больше, тем лучше. Мы же качаемся. Правильно. Знаете, я надеюсь, что все-таки Demon Gaze не будет одной из тех игр, где мне обязательно нужен 99 уровень, чтобы пройти последнего босса. Хотя, учитывая, что у нас нормальная сложность, наверное, не понадобится. А вот на Nightmare понадобилось. Что-то тут не работает вообще. Да что за хрень? Ну хорошо. Большая грудь Франа. Да она нормальная, я бы сказал. Она не особо большая и не особо маленькая. Нормальный размер. Ah!
Кстати, чую, что будет какой-то неожиданный поворот с Франой в этой игре. Вот я прямо уверен. Не знаю почему, но уверен. Сейчас она окажется каким-нибудь там последним боссом. Или типа того. Вот это будет поворот. Дочь владыки тьмы. У нас будет концовка, может быть, там встать с ней и править адом или типа того. Блин, было бы круто, если нечто подобное будет. Кстати, непонятно, что тут с концовками. Одна или несколько. Эх ты ж, блин. Блин, прямо Кэтрин вспомнилась. И концовка там, которая очень хороша. Даже надеяться не стоит. Ну, знаешь, все возможно. В первый раз, когда проходил Кэтрин, я тоже не знал, что там есть столько концовок, и есть такая концовка, которую там становишься, по сути, правителем какого-то местного ада. Так, лестница, по которой можно было подняться, разрушилась, поэтому вы не можете ее использовать. Прекрасно. Так. Да куда ты убежал, тварь? Я тебя побить хотел. Блин, убегает как трус. Раз. Так, стоп, а тут ничего нет. Че же живучая падла? Ладно. Ай, блин, там ему осталось немного хп, но уже поздно. Все готово. Итак, тут мы ничего не нашли. Окей, значит, идем сюда. Наша следующая остановка. Правда, пойду сохранюсь сначала, потом уже следует новое место. Или не совсем новое. Ну, я тут почти не был, можно сказать. Пользователь Сашарабабанк активировал премиум на ваш канал. Саш, спасибо большое за активацию премиум. И, кстати, нам немного осталось до следующего смайла. Скоро третий смайл. Завезем, походу.
О, мап-рум. Нашли комнату. Нам как раз эта комната нужна была. О, господи. В углу комнаты... Ну, какая-то группа этих шарков. Я не знаю, стоит ли перевести шарк как акулы, но все-таки... Ну ладно. Группа акул. Сидят и спорят о чем-то. И потом внезапно... очень хорошо одетая личность подошла к нам. Мы ожидали тебя, или вас. Я вижу. Вы похожи прямо так, как господин Акула описывал вас. О, да я знаю. Вы, наверное, господин Спаситель. Да, это я. Бугага. Прошу простить меня. Я так взволновался, что я забыл представиться. Я этот, священник, жрец, по-моему, да. Так будет правильно. Я жрец, который служит господину Акуле. Я очень рад встретиться с вами, господин Спаситель. Вы не могли бы прийти в более лучшее время? Окей. Забавные эти ребята. К югу оттуда, к... это перевести, нет? Короче, Future Warehouse находится Dying Bing. Нам очень тяжело с ними справляться. Я не могу позволить, чтобы такие существа приближались к господину Акуле. А, ладно, нужно было все-таки. Господин Акула, возможно, привел вас сюда для того, чтобы вы помогли нам. Господин Спаситель, вы нам поможете? Конечно! Спасибо, господин Спаситель. Вы настолько же прекрасны, как и господин Акула. Как я уже упоминал раньше, эти существа находятся к югу отсюда. В локации, которую мы называем Huge Warehouse. Окей. Интересно, а если я откажусь от этого квеста, скорее всего, мне не пустят дальше, может быть. Хотя, кто знает. Мы очистим дорогу на пути к складу. Вы сможете пройти туда через обеденный зал. Удачи, мой господин. До тех пор, пока монстры существуют. Я не смогу очистить другие пути. Пожалуйста, сбросьте молот правосудия на этих монстров. Пусть господин Акула благословит вас.
Да. Окей. Ну да, прислуживает так господину Акуле. Забавные ребята. Так. Ну, нам сказали к югу, но... Куда нам спешить? Хотя... Что? О, господин спаситель. Что случилось с теми существами? Эти проблематичные монстры... Ну, я понял, ладно. Все. Привет, Аташик. Да твою ж... О, господи. Фумо, хорошая идея! С радостью. Ну или можно в рабство продать. Чё-то тут ничего. Ну ладно. Да блин, я опять зашел. Забавный колбасик. О, круг. Ну, кстати, да, ребят. Вы заметили сегодня, какое число и какой день? Пятница, 13-е. Давай курс пати. Не, еще рано до него. Да и некогда. Хотя, даже если было когда, то только не сегодня, нет. Ну, Фома, он зашел, но я слишком устал, чтобы заниматься этой хренью. Сам знаешь. Поэтому нет, спасибо. Сегодня был трудный день, как всегда. Татарчик сохранить. Чего? В смысле? Что сохранить? Как бы они, само собой, у меня сохранены. Я же на них играю. Или ты про что? PSN? Да? Ну, как бы я об этом знаю, и как бы я уже ее давно взял, как бы она у меня уже есть. Я знаю, как бы что это делать. Знаю.
Я не в лесу живу. Что у нас тут? Там опять закрыто. А вот там открытая дверь. Тут опять что-то есть. О! Скрытая дверь. Нужно быть повнимательнее и все-таки чекать эти записочки. Хотя некоторые там говорит, побей там. Южнее и так далее, но что-то не работает. Некоторые просто так. Кто-то шалит. А, блин. Что у меня там такое? Блин, я ж недавно продавал кучу говна. Дерьмо можно продать. Блин, надо бы вернуться в гостиницу. Но там меня ждет Франа, который скажет: гони бабло, чувак. Так, я сделал круг. Окей.
Привет, Бушидо. Я нашел дорогу. Смотрел подсказку. Звонок другу. Терри. А вот и... блин. Сдохни. Кстати, сколько времени? О, уже час полтора прошло. О, собственно, вот и склад. Окей. На 16-10. Бушидо, я на 19 пока что. Как бы сегодня как раз пройдем. К сожалению, закончится. Нам нужно, короче, сюда. Да. Долгий путь. Ого! Так, так, стоять, чё с ГГ? Что-то многовато ему снесли. Маленькие силки. Реально можно похилиться. Только при использовании 10 рыб. Так, ну хорошо, зато я себе освободил место в инвентаре. И потихоньку мы идем к цели. Давай, элит, пока что-то рановато. Господи. Ребят, я что-то начинаю ненавидеть очень сильно уток. Даже не знаю почему. Максимус, это специально, да, чтобы я их полюбил? Хорошо, постараюсь. В ту сторону никак не попасть. Окей. Что делают тупые соседи?
Готово. Самурайская броня. Итак, 10 кругов еще осталось. Круто. Кстати, тут есть еще и второй и третий этаж. Мы сейчас обследуем только первый. Потом второй и третий. И, по-моему, есть еще и подвал. Так что, походу, мы в этом замке надолго. Ну, кстати, если судить по карте, то что-то больше локаций там вроде бы не предвидится. По-моему, еще одна. Не больше. Так что, возможно, там на втором этаже другой демон будет, а на третьем другой. Господи, что за сраный лабиринт? Блин, тут замутили. Какой чёрта? Ты чё спишь? Уже не спит, не слушай. Тущит. Было рискованно, потому что я их не хилил. Но затащили. Окей. Я вижу, можно открыть себе шорткат. О, господи. Ну, все оказалось не так жестко, как я думал. Ладно. Готово. Кстати, можно вернуться в гостиницу и чистить инвентарь ненужным дерьмом, там продать и так далее. Заодно и мана восстановится. Привет! Ты же знаешь, о чем я сейчас буду просить, верно? 654 золотые. Ну, на. Бери мою бабло. Да, как всегда.
Итак, сначала пойду сюда. Тоже надо. Так, а вот камни я себе ставлю. Ну, стратеги, ну уйдешь в минус, и потом придется как-то заплатить. А если зайдешь слишком большой минус, то тебя выгонит и все. Тебе жопа. Ладно, проверим экипировку. Так, тут ничего хорошего. Слушайте, а вот это неплохо. Ее бы прокачать. Хотя и та, что на нее тоже. Как раз для хиллера. Ладно. Ну, про кольцо вообще даже молчу. Так, darkness, special, плюс. Не нужно говно. Вот. Отдам ей. Резко ему. Нет, скаймал, не прошли. Остался финал, который будет сегодня ночью, вечером, позже, после Demon Gaze. И все, закончили. Да, Фума, это последняя часть серии, как бы будет уже финал там, что-то. Ну, кстати, должен сказать лишь одно. Там был один неожиданный поворот. Причем, ну, реально неожиданный. Я даже не ожидал, что в такой западной игре все-таки будет неожиданные повороты, которые действительно не ждешь. Особенно в этой игре. Там более-менее все предсказуемо. Ну, посмотрим, чем там все закончится. И все. И все. Потом можно сказать с гордостью, что да, я прошел. И что тут хорошо, и что тут плохо. Вот. Расписать. Ну, стратеги, потому что те вообще ничего не поняли, но как бы это... Ну, как бы это очевидно, по мне. Так, перерывчик.